Кубок Шпенглера – турнир, может, и неофициальный, но старейший клубный в Европе. И уже одно это выделяет его среди других. Кроме того, на трибунах удивительная обстановка. Из-за рождественских праздников отдыхает почти вся Европа. И поезда в этот альпийский населенный пункт приезжают полный фанатов задолго до начала первой дневной игры. Интересно, что даже когда не играют свои, швейцарцы все равно кого-то поддерживают. Причем явных предпочтений нет. На игре ЦСКА с Рочестером болели просто за красивый хоккей. И часто одни и те же люди радовались голам разных команд. Поэтому выход на лед в составе ЦСКА главного менеджера Сергея Федорова, если и нельзя назвать официальным возвращением, то полноценной игрой за армейский клуб, где результат первостепенен, вполне. А с учетом того, что бригада большинства, где играл ветеран, внесли серьезный вклад в победу, то еще и полезный. Вроде неплохо получалось. Две забили, хорошо, значит, наверное, сколько там. Значит, хорошо сработали. Поэтому нам нужно все равно улучшать игру в большинстве и в сезоне, и везде вообще. Ну, может, солидности команде, да, и добавил, как бы, общее лицо поднял. Я постараюсь сыграть завтра и послезавтра. Не знаю, как физически себя будет чувствовать, но желание есть. Улетаю 30 числа, чтобы 31 сыграть зимнюю классику в Детройте. Игру армейцы начали с хорошим желанием. И вскоре Григоренко, которого официальная программка турнира назвала одной из трех звезд ЦСКА, открыл в большинстве счет. Американцам, впрочем, еще до перерыва удалось его сравнять, а на самом старте второй-третий и вовсе выйти вперед. Хотя долго радоваться американцам не дал еще один человек, отмеченный в программке как достойный повышенного внимания. Радулов, 2-2. Мы ожидали большего от них, как бы, но у них команда молодая. В принципе, особо такого никаких проблем не было сегодня, я считаю. Ну а третий период все расставил по своим местам. Вначале вновь сработала бригада большинства ЦСКА, в которую выходил и главный менеджер Радулов на Зайцева, тот щелчком по воротам, а Прохоркин подставил клюшку. А чуть позже поборовшийся Радулов вывел на рандеву с вратарем Рочестера Григоренко, и тот свою попытку реализовал с легкой издевкой 4-2. Да, в принципе, суперсложности какой-то не было, просто это адаптация, и то, что в горах играем высоко, немножко дало себе знать. А так, я не сказал бы, что мы сильно мучились, как бы.